Чрезвычайное происшествие. Сегодня в Чебоксарах в мусорном контейнере нашли младенца. Его обнаружил прохожий между домами номер 17 и 19 по улице Энгельса. Чудом ребенок оказался жив. Несмотря на то, что столбики термометров утром опустились до 20 градусов, ребенок не успел получить сильное обморожение. В этом контейнере в 8:30 утра была найдена новорожденная девочка. Мужчина вышел выкинуть мусор и услышал плач ребенка. Сначала не поверил своим глазам. Среди пакетов с отходами лежал младенец, завернутый в простыню. Я стала собирать мусор. Пришли на работу, стала мусор собирать. Мимо проходил мужчина, говорит, тут ребенок лежит. Я засмеялась, я говорю, шутит что ли? Мужчины пошли, тут ребята стояли, пошли ребята. Да вы мне, говорит, не нужны, мне не озовет. Я подхожу, там действительно эта окровавленная пеленка, там шевелится, кряхтит что-то. Я подумала вначале, может, кошку выкинули, мало ли. А тут смотрю, он что-то кряхтит, уже шевелится. Ну, я решила посмотреть, открывает, там малыш. Новорожденный, он даже не обработан, ничего. Пуповина не обработана, ничего, голенький, в окровавленной пеленке, вот как родила, видимо, так и выкинула. Женщина занесла ребенка в подъезд, а люди вызвали экстренные службы. Тут же на место происшествия приехали следователи, криминалисты и скорая помощь. Неотложка доставила ребенка в городской перинатальный центр. В 9 часов утра бригада скорой медицинской помощи к нам была доставлена новорожденная девочка весом 2 килограмма 930 грамм, ростом 49 сантиметров, с признаками переохлаждения. Сейчас у новорожденной взяты все анализы, она находится под наблюдением врачей и состояние ребенка стабильное. По горячим следам всего за несколько часов мать девочки уже найдена. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Чебоксары Следственного комитета незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матери новорожденного ребенка». В ходе осмотра места происшествия в мусорном контейнере были обнаружены детские рисунки, и было установлено, что они принадлежат старшей сестре найденного ребенка. После чего была установлена подозреваемая, которая явилась женщина 1984 года рождения, жительница города Чебоксары. Сейчас с матерью, которая выкинула своего ребенка в мусорный контейнер, проводятся следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается. И здесь все понятно с точки зрения закона. А вот как быть с моральной стороной этого чрезвычайного происшествия? Что побуждает матерей так поступать? Вопрос, на который вряд ли найдется однозначный ответ. Ведь совсем недавно в новогодние каникулы тело еще одного младенца было обнаружено уже на мусоросортировочном полигоне в Новочебоксарске. Подозреваемых в этом деле до сих пор не нашли.